Итак, на... А, так, блядь, как художника-то зовут? Да похуй как. Картина художника, да похуй как. Картина называется «Итютютька». Да. Это просто колоссально, не просто неподъемно, необъятно, как она стоит до хрена, эта картина. Просто там миллиарды евро. То есть это там просто всем... Абстракционизм. Да, это просто всем на зависть. Это просто... Атють. Наблюдаем. Атють. Так, ну это норм еще. Че-нибудь так. Ну это просто как бы эскиз картины. Я художник, я так вижу. Ты можешь подсолнух. Тут, так, короче, мухи такие. А тут, короче. Тело самого художника. А чё, башки нет? И тут, короче... А чё, он уже подох, что ли? Да, и так как он подох, это, короче, уже натюрморт. Да. Картина называется... Дядька. Не. О. Ду. Ше. Вле. Ней. Ху. Дожник. Да. И такая картина, ребята, стоит 1 000 000 евро, короче. Да, и тут еще, короче, такие человечечки такие идут такие с такими копьями. Типа, вот он. Такие мелкие, да, типа. Нет, по сравнению с цветком. Я когда Гулливер, короче. Против лилипутов. Да. Типа, вон он, да, да, да. Такие все тут с вилами тут пришли. Да, сейчас мы вот тут. Тут одни головы такие торчат, и тут до хрена прям. Тут ноги тут всякие, там, да, вон там, да, чё. Тут такие уже копья летят, такие стрелы. Уже мы этот. И он такой, такой. Все, запиздили. Отстранились уже от сути дела, блин. Да. И вот такая, короче, мазня очень сейчас ценится. Да. Вот и вся мораль и суть всего действия.